Житель Самары Вячеслав Большаков каждый день ездит на работу через пост ГИБДД на Московском шоссе. Сотрудники госавтоинспекции его останавливают нечасто. Но в этот раз, после проверки документов, инспектор попросил пройти вместе с ним. Увидев детей с плакатами, Вячеслав очень удивился. Как оказалось, школьники решили поблагодарить водителей за проявленное к ним внимание на дороге. Увидел, что дети собрались, поэтому было приятно даже подойти. Подарили вот такой буклетик, напоминание водителю, как бы всегда соблюдая, а тем более сейчас очень приятно, как бы вдвойне. Участниками акции «Спасибо, водитель» стали учащиеся Самарской школы номер 68. Во время классного часа им объяснили обязанности пешехода при переходе проезжей части. Также школьникам предложили написать письмо водителям с благодарностью или просьбой быть внимательнее к юным пешеходам. На территории городского округа Самар зарегистрировано 87 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 95 человек получили ранения различной степени тяжести. Погибших нет. Акция «Спасибо, водитель» проходит в рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения. По всей стране школьники вместе с сотрудниками госавтоинспекции проводят рейды, которые нацелены на повышение внимания водителей к детям на дороге. После летнего периода, когда дети отдохнули где-то за городом, не было автомобилей, некоторые позабыли уже и правила дорожного движения. Это как бы напоминание им самим, что необходимо это соблюдать. И у детей это все откладывается. На родительских собраниях мамы и пап просят построить для детей безопасный маршрут от дома до школы и обратно, а также несколько раз пройти по нему с ребенком, чтобы объяснить, как правильно и безопасно добраться до места назначения. Никита Колосов, Николай Сидоров, «События».